Новое уголовное дело возбудили из-за рубок алтайского леса. В превышении должностных полномочий подозревают сотрудников лесничества, расположенного в Тальменском районе. Должностные лица Ларичихинского лесничества, Управление лесами Министерства природных ресурсов Алтайского края в рамках исполнения государственного задания в части санитарных рубок леса без проведения обязательного лесопатологического обследования заключили договор купли-продажи лесных насаждений с казенным автономным управлением «Алтайлес». По данным следствия, сотрудники лесничества нанесли ущерб государству в 6 миллионов рублей. Им грозит штраф в размере 80 тысяч рублей, либо заключение под стражу на 4 года с лишением права занимать определенные должности в течение 5 лет. Подчеркнем также, что на этой неделе стало известно о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении сотрудников Тигунского участкового лесничества. В этом случае речь идет о сплошных рубках леса с ущербом более чем в 12 миллионов рублей.